Пойдем. Ой, ждем вас и стараемся встретить. С морем. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас свалишь. Сейчас ты не свалишь. Не свалишь, не свалишь. Опусти ее. Идем туда. Держи. Держи. А зачем ты поставила? Ну, чуть-чуть. Ну, что-то она перепугалась. Ничего. Давай, зачем ты подняла? Пусть она сидит. Тихо. Ну что ты? Иди, мы с тобой поздороваемся лучше, иди. Дорогая моя, душенька, ой, ягодка, золотая моя, ой. Там сколько? 60 тонн. Ой, дорогушка ты моя. Человеческого. Попей. Ой, к тебе не сладили ничего. А ничего страшного. Бутылку водички возьму. Попей. Не хватит. Здесь душно. Говорю. Ой, бабушка. Все время на жаре каждый день. Ездил, когда совсем лежала. А сейчас-то. Ну, она сказала, каждый день. Я женщина вывеска. Спасибо вам большое. Иди с нами чай попей, хватит стоять-то. Я отдохну, я устаю.
Опять у нас ходил мусоровоз. Мы кружили, каждый день таскала на железной дороге. Спал меня на железной дороге. Все. Линию зашивал, молоток, лом. Все зашил. Все. Работала. О, Зина, я работу видел. Мы же песок на работу не видели. Все. Сторожем была. На крещение 10 лет, в школе год отработал. На крещение 10 лет отработала. В травмпункте работала. Где я не была, где не работала, везде. Все Бог дал, пережила. Все пережила, все. Вот сколько много я все видел, тварь. А сейчас ноги в 32-м году, с 32-го желудок заболел. Ноги и бензин не давали, ходил. Неделя отлежу, выйду опять. Не давали, болезнь не давали. А сейчас весь вот совсем села. Как лежу. Сейчас вот так вот все видел. Бог, спасибо сестре, спасибо дочке жили. Вали. Вот, не бросался. Бог, а сейчас остался от нас поесть все вместе. Бог, размет моя какая все. Хорошая. Ты мясо разве ешь? Кожу я не ем, крольки я не ем, курятину ем, коровятину ем, конин тоже не ем, все ем, траву ем, сабель ем, все ем. Что есть, все ем, все нету, нету. Ты возишь, я все ем, все, все ем, все. Все ем, Жина, все. Что есть, все ем. Ну, Жина, Жина. А что старость, что в глазах наступит? Правда, Варя? А кто знает, Бог смерть не дает, живу. Я не грешна, не пью, не грешна. Помирять буду. Не пипел все мои дети, вот два, как вас. Я ничего не делаю, я не грешна. Я не грешна. Вот я живу, мне Бог святеньки дает. Вот, вот, ну, ну, старость мою болею. Ну, ты сама знаешь, Варя, ну, 93 года, ну, что, ну, да, есть, ну, вон, у нас тоже ходил, молодая померла, ну, все ем, блин, а не ел давно, пока лела бы. Ну, Варя, правда, Варя? Я не бровала, детей я не купила, детей не купил, только два. Сына не купил детей. Я ничего не грешна. Может, я и повесим живу долго. Вот что ты пожелаешь молодежи, вот ребяткам нашим, чтобы прожить долго, как надо жить. Вот скажи им. Молодые, знаешь, я была молодая. Женихов было много, ну ты трезвива. Как звать, как жить? Как надо? Им жить? Я знаю. Была молодая, женихов было много. Я не хотел, вот видишь, вышла замуж, ты и народилась. Я только вам говорю, Зина, не пристывай, не болей. Ешь ты, не жалей. Помрешь, да живи до моих лет. Помру, меня похороньте. Я помру, да обо мне не плачь, не надо. Я пожила, мне хватит, а вам жить надо, вы поживете. Я вам все пожелаю, все за вас, все прошу. Бог, давай. Ну, ведь как вот туда, я век бедно живу. Видишь, как я жила? Вот как, Валечка? Я ведь без рубашки ходил, Валечка. Без рубашки, войну, вот у меня двое было. Это было, нянька держал. Я телефонка, а сейчас вот все. Все, 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 все
Ну, хотя вот Вале сделай наставление. Да. Вот как я вот тебе скажу, подожди, я тебе... Валюня, я все... Я в пехоте. Ты на меня не обращай внимания, вот. Валюня, я все чувствую. Береги сама себя, не приставай, не болей. А заболеешь? Нет, может, венца. Глоточка-то повыси. Будешь здоровый, хорошее вино бери. Вот мне надо еще... Женька дала немножко, вот капельку пить. Ногам легче. Ну, или я не пью вино, я не пью. Не пей. Ну, что, проблему. Что, глазовку можно, я не пила. Что ты скажешь еще вот молодым людям, вот мужчинам? Ну, вот молодые есть, сынок, живи, не тужи, пей. Пей! Ну, это Евгений, я слышал свои. Не в чем душа не болит. Будь спокойный. Вот. Ни с кем не делитесь. Ни с кем не связывайтесь. Я сын с вами, что же я, Шура? Будь пьян, будь умен. Где драка, бежи дальше. Если ты сядешь в тюрьму, я не поеду. Я здесь сяду, тут и слезу. Вот, стоп, пускай пьет, пускай пьет. Ее последний раз пролизовала, она же говорит. А завтра ни с кем не завтра, с теми местами все делал. Я вам живу, теперь вам до моих лет им не дожу. Он все хуже меня. Варь, все слышала. Теперь не знаю, как же. Желудок должен вкладывать все, самое главное чего? Все. Пища, чтобы была такая, зеленая. Вот она меня всегда так учила. Когда в пекарне стала я работать, заболел желудок. Она меня этим столетником, вот она меня вытащила. Столетником, варь, всякими травами. Меньше. Она меня вытащила, язва была. Все выливали. И что делать? Я Филипп, я тут жила. Так что? До 9-го года тут живу. Вот все было пережила. Что ты жила, Геолка? И вы живите до моих лет. Живем, бабушка. Живите, да видно, будь попокойнее. Да. Попокойнее. Выпивать можно понемножку, глоточек. Даже надо. Но я не пью, а пила я давно. Хочу, я говорю, вот это вы. Нет, не могу никак. Что живу? Что дети вот такая дочка? Сын, что вы какая? Я не нарадуюсь. Я сейчас ночь, там маленько схожу, немножко успокоюсь, схожу. Ай, зараза колючая. Ой. Батюшка, лестники, Варя, когда кажется, желудок болит. Пей столетник, Валь, столетник, вот сколько столетникам. Слышишь, дочь, как же она у меня болит? Перепей, да. Здесь вот все соседи, это уже я ей сказала. Потом там помою, ты слушай, говорю, столетник. Вот сколько я держу, вот что постараюсь, что же, что-то. Летник лежит, вот труд сломаю, помою. И сейчас воды наливаю, прям холодную, все. Чайную. И стручусь, и сломаю слово. И чашку на ведро чайную. Чашку выпью. Эту стручу, две, и стручу две чашки выпивать. Вот сейчас здоров, вот что. Вот смотрите, как болит. В Москву ездил со мной на сну. И бюллетень не давали, Варя. Вот. Бюллетень не давали. Я до вас и палил, да, в руки вот такие вот. Бюллетень не давали. Не давай, вот весь балдал тяжело, ты что? Сейчас спала, что стираю, Варь. Вот, Варь, Зина, в ванной я не залезу, ну, не залезу. Зина, ты меня посоль в ванную, крючком вяжу. Я тебя давно вяжала. У меня есть, я тебе подарила кружочек. У меня ни одна тряпка не пропадала. Сама выйдет. В клубок, а потом вяжет. Это давно уж, у меня есть. Немного было клубков-то, она все... Я кружева вязала, только мне грамотная. Не совсем читать, все читаю. А вот сейчас в очках, без очков вижу, в очках ни в одних очках не вижу.
Бешь оглохла. Ну, младость наступила. Ну что ж, все такие были. Я бравача не бравала. Ругалась, кто на меня кидает, то я очко давала. Я тоже не поддамся никому, чтоб меня побили. Я сама убью. Все было утверждалось. Слава Богу. И родных дождалась. Помирать буду рад, что все. Все меня простите, Бог. Я вас за все прощаю. И вы меня все простите. Что ж, мой муж, что случилось, слава говорю. На меня не обижайтесь, я не обижаюсь. Очень довольна я. Спасибо вам большое, Бог. Не обижайтесь на меня. Всех прощай последний раз. И меня простите. И я прощу. Ой. Бога. Ой, хороши. О, какие здоровые. Мы в нас приходили, гнали все. Немцы здоровые все. Все портянки, все завязаны, война была. Ой, какая война была, не сдержу я. Ты вот помнишь, где у тебя отец работал, мать? Ты их вообще помнишь, как они в колхозе были? Азин, сейчас я... Вот слушай. Ну слушай. Нигде они не работали. Дома поле, сели, поле. А что, воров, все сели, урожали. Нигде не работали. Последнюю. Она по-своему. Опять жена. Надо сделать. Отец построился. Поклянула шаг. 2 недели на походе. Ну все. Отмирает. Второй 2 недели. Нет. Походе. Отмирает. Тот прошел, вот у меня прошел. Вот прошел. На сколько? 8 человек. Прошел. Давай попробуем. Ну, пока никуда не крутится. Сейчас, подожди-ка. Палки-моталки. Какой стороны? Уехали отец и 2 брата. Уехали в Москву. Жили в Чайной. Так, и надо нажимать. А потом в 17 году началось восстание. Подожди-ка. Восстание. Они отец привели. Вот после восстания брату взяли. Ключно. Пропал Жизнь. А он, если вдавишь туда... Ничем без меня не работает, работает. Поле, мы там все войдем, сейчас мы все сидим. И говоришь, рож, топорами молотили, топорами делают, отец мой. А тут они поле, мы с болот приехали, сели, с дочкой топорами молотили, топорами. Ну вот все, всю жизнь, все рассказал. Свое хозяйство. Не работа, а лошадь, вот купить, лошадь, двор, кругу. Своя работа. 2 недели поход. У них же у каждого свое поле было. Отец все бросил, уехали в Москву. А тут весь в 17 году была. Бо. Помнишь, восстание было? Бо. Помнит, 17 он все году. Кремль, камень и вату. Спичек не было. Кремль. Топить нечем даже, ни керосин, ни масло, все не так, все прекратили. Вату и этот крем. Раздували, затапили, да, крем. Я уже помню вот, такое вот еще. Вот все сказали, все, все рассказала, все же это рассказала, все. Все. Но потом я стала вчера там вот, доживай с вами. Я говорю, с детей было бы плохо. Ее детство в деревне. А дети милостные, что я там с детей бы делала? Ну, приехала вот, на болото и по чужому паспорту жила. Сейчас я очень довольна жизнью. И вам рады, и вы мне рады. Так что?
Вот все, моя родная, больше мне вся ее нету. Трудовая жизнь. Бери молот и бей. Да. Вот вся ее жизнь. Степан, молотили, рев. Мельница была, мельница. Надо пошел мочи. Грешник сын. Все, поле было. Нас был 8 берегов. Все, в охребе. Все, в охребе. В них про радость и горе мне пели, но одна из тех песен память... А потом голод наступил. Все сами себе они. 20-22 два голода было. Все продавать нечего. Сейчас вот видишь, Игорь первого пустил, а тогда ничего не имели. Бать, ничего не было, да. Ничего. Мебель, ничего не было. Плохо. Что? Вот. А сейчас видишь, и сейчас богатый кулаки. Забыл я, вот до войны. Кулаки. Попов раскулак, церкви ломали во время вот этой войны. А войну прекратили, раз была, есть было нечего. Прекратили ведь. Бойцы зашли красноармейцы. Вот я сидел в комнате, песни согнул. Где? Есть камень. Смолой, лицерскую мы пекли, нас кормили. Ну что, все я переживал, боже, вот помру. Все в угол переживал, все переживал, все на мне, все на сердце были. Все на сердце были, сейчас все вспомните. Успокойся, успокойся. У тебя куклы были? Ты играла во что-нибудь? А куклы? Да. Я играла. У мамы в косу нас ходили, косу рога носили. А я у мамы по небам дала, по небам. Платного вырезала с лентой и куклу брала. Мать идет с пола, а я куклу вставила. Бо, не вру. Куклу вставила на окно, рога, рязанская баба, мать едет с пола,
какая молодая, хорошая. Жила в Вишневеле, вот такой бизнес был железный. Я тебе вам сейчас последний черт. Вишневел, жену с Вишневелем. О, так жила в Господь, а я Панёва жрела. Ну, что мне было? А Панёва? Это вот, ты видел вот Рязанская? Это была маленькая, Сарафана. Панёва. Там с ней бабушка шепта, сноха мамина. Я к бабушке лежала, Аля, ты что дошёл к двери? Ты убегал. Да я тебе научу бабушку ничего, а потом Артур, ты пошёл, вот, я сейчас помню, благословенно могли, а я спряталась, а потом пошёл, что пережила. Верочка моя, злота, Варюнечка, я тебя мало нянчила. Вот, Сейчас, помогайте, Варю. Помашите мне, Варю. Хорошо, помахай. Вот, дождите, тут же, Варю. Давай, вот. подожди, дай я пройду. Вот. Все, видишь, вон наш машина, вон, видишь? Вы на одну машину. Не, на одну, это не наш. А, да, спасибо, Валя. Приезжайте, Павлюшка, приезжайте, храните. Вот посмотрим, какая у меня растет. Как тяжело расставаться.